точки зрения. Я вижу в этой поездке такой миссионерский характер, распространение, в том числе наших религиозных ценностей. Кстати говоря, христианство является сейчас самой гонимой религией. Вот каждую минуту, каждые 5 минут в мире погибает один христианин, причем за веру. Понятно, что православие – это одно из течений христианства, но так как преследуется христианство, не преследуется ни одна другая фундаментальная религия. На самом деле с буддизмом у нас достаточно много общего. Буддизмом, конфуцианством, в принципе, одни и те же ценности. Справедливость, уважение к старшим, культ семьи, культ честности. Они во всех основных конфессиях одинаково исповедуются. Поэтому говорить о том, что у нас есть какие-то там существенно разные отношения к жизни через призму религии, наверное, было бы неправильно. Но, с другой стороны, китайцы, я думаю, что это нация, которая вряд ли будет к подобным сигналам прислушиваться для того, чтобы на базе религиозных выстраивать какие-то межгосударственные отношения. Конечно, это способствует укреплению межкультурных связей, но я думаю, что визит Кирилла не преследует цель такое укрепление двухсторонних связей. Я думаю, что это просто укрепление позиций православной церкви в Китае, ведь достаточно много прихожан у русской православной церкви в Китае. Это люди, которые, может быть, насовсем уехали туда, другие долгое время живут, не имеют возможности приезжать в Россию. И в этой связи там есть, понятно, что свои церкви, свои священнослужители. Укрепление связи, укрепление влияния церкви внутри своих собственных епархий – это тоже цель и задача Кирилла. Но понятно, что косвенным образом она выполняет гуманитарную миссию, она способствует межкультурному обмену. Но говорить о том, что та или другая точка зрения – основной мотив для визита Кирилла, я бы не стал.